Что побудило водителя автомобиля Volkswagen въехать в фасад здания библиотеки имени Ленина? По словам очевидцев, он совершил это не из-за любви к знаниям, а от незнания элементарных правил дорожного движения. Причем его лихачество едва не обернулось трагедией. По пути он задел иномарку, в которой ехали две девушки. Ехала не спеша машина, тормозных следов нет. Откуда ни возьмись, ехал Volkswagen, который вылетел, перелетел по тротуару, влетел в стену и проехал прямо. Судя по повреждениям автомобилей, отклонившейся облицовки стены и от сработавших подушек безопасности, скорости маневра действительно позавидовали бы гонщики Формулы-1. К счастью, пострадавших удалось избежать. Благо, в это время здесь не проходили пешеходы. Сам водитель машины тарана свою вину признавать отказался. Да я не знаю, я ни при чем. В любом случае, решать, чья страховая компания оплатит ремонт транспортных средств, будут сотрудники ГИБДД, а потратить придется значительную сумму. Возможно, виновнику произошедшего придется на время переквалифицироваться в штукатуры. Фасад здания библиотеки после ДТП нуждается в реконструкции.